Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Для меня большая честь приветствовать вас сегодня на этом концерте. Концерт, который является составной частью трех концертов, посвященных памяти великому немецкому композитору Педагогу Чурнову Лаязонта. Венгрия и правительство Венгрии решило в этом году, воспоминая Лаязонта, помогать всем культурным центрам и всем посольствам за рубежом, чтобы они помогали и организовали такие концерты, которые, на которых мы можем показать, что такое венгерская культура, что такое музыка, что значит Венгрия, почему мы так являемся особыми, почему именно музыка является таким средством, которое дает возможность для нас общаться и передать что-то особое, что-то уникальное, что-то необыкновенное. Сегодня концерт исполняется скрипачом господина Криштофом Бабахи. Он принадлежит новому поколению музыкантов Венгрии. Я хотел бы, конечно, вспомнить такие имена скрипачей из Венгрии, таких больших талантов, таких больших известных людей, как Куашкин, Штахмайн, Саладович. Бабахи Криштоф является самым новым шедевром венгерской школы скрипачей. Как признается и государством Венгрии, 3 года назад он получил самую высокую государственную награждение, имя Кошелька. Выше этого награждения Венгрии нет, а таким молодым нужно получать это, значит, что это особое есть. Для нас культура очень важна. Воспоминаю выражение Худая Золтана, он всегда говорил, когда старался помогать тем людям, которые занимались культурой, он всегда говорил, что с культурой надо заниматься каждый день и надо передать новому поколению все знания, которые народ нации имеет в своем прошлом, в своем настоящем мире. Это надо делать из-за того, потому что если культуру не осваиваем каждый день, тогда те знания исчезают, как парки, пещеры. То есть, если не занимается каждый день, тогда у нас нет возможности передать то, что передадимся, и нет возможности для самоопределения, доказания того, что именно наша культура имеет свои положительные оценки или свои положительные направляющие условия. Сегодня концерт посещается различным международным композиторам. Я надеюсь, что это будет прекрасный вечер. И в заключение хотел бы выразить благодарность консерватории, что они относились открытым, помогали созданию условий для проведения концерта. И, конечно, спонсорам тоже очень большое признание компании «Энгли», компании «Рита», которые без них, конечно, не смогли бы этот вечер организовать. Это не последний вечер, как я вам говорил. Воспоминая Кудай Золтан, мы организуем еще один концерт, это будет в декабре, уже в консерватории, когда будет выступать Кудай Золтан, вся программа будет посвящена венгерским композиторам. Надеюсь, что будет сегодня прекрасный вечер, еще хотел бы передать вам, что вы приняли наше приглашение, надеюсь, что вечер для музыки